ТВ Деткам представляет: грузовичок Лёва и пожарная машина. Посмотри, едет грузовичок Лёва. Интересно, что он везет? Хе-хе-хе. Похоже на детали какой-то большой машины. Лёва, ты будешь собирать пожарную машину? Хе-хе. Здорово! Начнем с шасси. Дальше нужно поставить сиденье. Раз, два, три. Руль. Кабина. Бампер. Три колеса с одной стороны. И три с другой. Над колесами крылья. А вот емкость для воды, которой тушат пожары. А это что? Лёва, по-моему, чего-то не хватает. А? Ох. Молодец, Лёва! Ты нашел лестницу! Вот чего не хватало пожарной машине! Отвезешь ее на место. Вот так! Лёва, что это? У тебя на кабине проблесковый маячок пожарной машины. Ставь его на место. Смотри, все работает. Лестница поворачивается. И проблесковый маячок тоже. Машина может ехать тушить пожар. Отличная работа, Лёва! Посмотри, кто едет к нам по детской площадке. Это грузовичок Лёва. Лёва, ты привез карандаши? Давай рисовать и раскрашивать. Повторяй цвета вместе с нами. Черный. Красный.
оранжевый. Серый. Розовый. Зеленый. Голубой. Отличный рисунок, Лёва! Очень красиво! А теперь поехали играть! Лёва грузовичок, любознательный, веселый, разноцветные детальки в кузове везет. Лёва грузовичок, с тобой приехал снова, с нами новую машинку Лёва соберёт. Грузовичок Лёва. Посмотри, кто это едет? Грузовичок Лёва. А с ним рядом маленькая полицейская машинка. Лёва собрал её сам. Какой молодец! А что мы соберем сегодня? Это детали скорой помощи. Угу. Начинаем собирать. Кабина. Корпус машины с красным крестом. Два колеса с одной стороны. И два с другой. Сиденье для водителя, врача и фельдшера. Лёва, что дальше? Руль. Конечно. Ставим его на место. Теперь двери. Одна. И вторая. Фары. Все готово. А-а-а. Посмотрим с другой стороны. Ой, по-моему, не хватает задних дверей. Поехали искать. Лёва, стой! Ведь это же задние двери скорой помощи. Мы должны их взять с собой, правда? Угу. Положим их в кузов. А это что? Это лампочки и проблесковые маячки. Скорую помощь должно быть хорошо видно и ночью, и днем, чтобы другие машины могли уступать ей дорогу. Ставим все на свои места. Двери.
Маячки и лампочки. Скорая помощь готова. Молодец, Лёва. Смотри, снова приехала полицейская машинка. Теперь вместе со скорой помощью они будут помогать людям. Посмотри, кто едет к нам по детской площадке. Это грузовичок Лёва. Лёва, ты привёз карандаши? Давай рисовать и раскрашивать. Повторяй цвета вместе с нами. Красный. Желтый. Серый. Белый. Коричневый. Синий. Зеленый. Отличный рисунок, Лёва! Очень красиво! А теперь поехали играть! Лёва грузовичок, любознательный, веселый, разноцветные детальки в кузове везет. Лёва грузовичок, к нам с тобой приехал. С нами новую машинку Лёва соберёт. Грузовичок Лёва. Смотри. Грузовичок Лёва быстро едет по детской площадке. Привет, Лёва! Куда ты так торопишься? Скажи, ты будешь собирать новую машину? Угу. Посмотрим, какие детали ты привёз. Лёва, ты будешь собирать полицейскую машинку? Ага. Начнем с самой большой детали – с кабины. Внутрь поставим сиденье. Вот так. Руль. Четыре двери. Две с одной стороны и две с другой. Колеса тоже четыре. Один, два, три, четыре. Впереди фары,
а сзади фонари. Проблесковый маячок и цветные лампы спереди. Похоже, машинка готова. Нет? А чего же не хватает, Лёва? Покажешь нам? Что же ты ищешь? Конечно! У полицейской машинки все еще нет ветрового стекла. А какой оно должно быть формы? Может быть, квадратное? Или круглое? Подумай, Лёва. Догадался? Конечно, вот это. Аккуратно вези его на место. Вот так. Готово! У полицейской машинки и двери открываются. И проблесковый маячок светит. Можно ехать на задание. Посмотри, кто едет к нам по детской площадке. Это грузовичок Лёва. Лёва, ты привез карандаши? Давай рисовать и раскрашивать. Повторяй цвета вместе с нами. Синий. Желтый, белый, красный, серый, коричневый. Зеленый, отличный рисунок, Лёва! Очень красиво! А теперь поехали играть!